Агрессия в нашем представлении – это отрицательные эмоции и действия, связанные с физическим и психологическим насилием. У агрессии много лиц и бесчисленные проявления. Она возникает не только на внешние раздражители. Даже если все благополучно, рождается сама по себе и требует выхода. И это про взрослых. А что происходит с детками? Они еще не агрессивны в нашем взрослом понимании. Тогда откуда берутся? Злость, зависть, физическая агрессия на окружающих и на самого себя. Все начинается сначала. Например, новорожденный, испытывая голод, агрессивно кричит, требуя питания. Инстинкт выживания дает энергию, чтобы мамочка пришла и накормила. Еда – это жизнь, в прямом смысле этого слова. Без помощи выжить невозможно. Приходите на лекцию в школу мам, где мы поговорим об этом чуде, источнике жизни, который мы не всегда умеем правильно использовать. И поэтому называем это агрессией.